Всем привет! Хочу поделиться впечатлениями и оставить отзыв о беспроводных динамиках, которые соединяются с телефоном по Bluetooth. Sony с кнопкой Extra Bass. Вот, беспроводной динамик SRS-XB30. Вот такая вот симпатичная коробочка. Купил по акции за 5999. 6,5 или 7 они там стоили до акции. Вот так вот она выглядит. Тяжеленькая, так как аккумулятор у нее литиевый. Здесь два динамика. Вот так, я думаю, видно. Два динамика. Выведен колоночка басы. Вот. Что касается возможностей, так, ну вот кнопка включения мигает, замигает кнопочка Bluetooth, значит готов коннектиться. Кнопочка Extra Bass, маленькая такая долбилка, плюс-минус левая правая колонка. Увеличение. Ну, в общем, симпатичный. По характеристикам водонепроницаемый. Не рекомендуют кидать его в горячую воду, как в описании. Но от дождя, я думаю, спасет. Здесь вот зарядка. USB. Ну, USB только на выход, как я понял. На вход, то есть от флешки не работает. Здесь вот прорезиненный шнурок. Закрывается надежно. При попадании воды не промокнет. Вот. Что еще могу сказать? Долбит нормально. То есть на природу, где-то на пикнике собраться, вообще просто замечательно. Берет, короче, телефон от динамиков можно на удалении до 10 метров. Больше 10 метров уже не берет, теряет связь. Здесь вот по кругу идет подсветка, мигалочки, ну, типа стробоскопа, что ли, здесь. И здесь разноцветно мигает так, ну, для красоты. Что в комплекте с ним идет? Да, по сути, блок питания и все. Вот такая вот коробочка. В два раза больше самого динамика. Колонка очень понравилась. Рекомендую. Хороший выход для природы. Аккумулятор проверял. Работает, ну, как в описании, 24 часа, на самом деле 24 часа не проверял, но часов 15-16 точно работает. Вот. Потом, когда начинает подсаживаться батарейка, это уже было ночью, я проснулся, звук просто тише начинает играть, громче не сделаешь, но все равно играет до упора, ну, не знаю, 24 часа выдержит или нет, не было возможности проверить так долго. Телефон скорее два раза сядет, чем колонка. Поэтому вещь удобная. Все, всем всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал, буду оставлять отзывы, снимать красивое видео, интересное. Всего хорошего, до свидания.